Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Unkillied. Операция Перестрелка. Так, моя база, забираем бабки. Враг уничтожен, тоже забираем бабки. А, тут больше опыта дают. О, 9-й ранг у нас. И 30 золотых. Увеличивайте количество защит подряд, мешая врагам захватить вашу базу. Чем больше защит, тем больше золота. В принципе, все понятно. Так, что это за зомбари у нас? Это группа нейтральных зомби. Сразитесь с ними и получите деньги. Так. У меня недостаточно средств. Замечательно. Мощность 820, а у меня 260. Фигня. Так, хорошо. Ну, а если что-нибудь другое? Нету у меня ничего хорошего. Так, ладно, это мы отменяем. А вот сюда я отправлю своих ребят. Пускай теребунькают. Можно еще куда-нибудь, а? Видим базу и бродячие зомби. О, можем на них напасть. Давайте попробуем, ребят. Я еще ни разу здесь не бегал. Не знаю даже что, почем. Надо посмотреть. Очистить зону от зомби. Понятно. И они, значит, прут на меня. Ну ладно, ребята, они сами напросились. Опять кубки. Давай, бомби. Отлично. Бумкнуло неплохо. Так, погодите, ребята, здесь не все так просто, как я думал. Они будут со всех щелей ползти и сзади, получается. Скорее всего, да, куда ты лезешь? Вот тебе и куя. Ты смотри-ка, сзади-то уже их сколько, а? Накопились. Ладно, будем, короче, ребят, так делать. Вначале зачистим здесь. Потом будем разворачиваться и уничтожать тех, кто сзади. Лишь бы не попасть, как говорится, в переплет. Чтобы меня тут не зажали. Блин, смотрите сбоку сколько. Воу. Ё-моё, опупел он совсем, блин. Смотри, дубиной по мне. Тихо нафиг лезет. Бегун, видимо. Ха-ха-ха, добегался. Армулька. Так, что такое? Подожди, что такое? Блин, ребят, смотрите, босс. Босс вышел. С миной в животе. Так, ладно, у нас пока время есть. Сейчас он подойдет, будем его расстреливать. Далековато слишком. Ага, шикарненько. На, жертряс. Ух, да он легкий оказался. Я думал, сейчас придется повозиться. Но нифига, одного залпа ракет хватило. Так. Смотри, какой урод, а. Идет. Хромоногий. Минус голова, как говорится. Так, у меня тут аптечки. Все это подбираем. Еще 16 зомбарей нужно уничтожить, ребят. Так что, в принципе, все легко и просто. Я надеюсь, больше здесь босяр никаких не появится у нас. Че ты бежишь-то? В общем, мне понятен принцип вот этой вот штуки, да? Когда идут... скажем так, на твою базу зомби, я должен просто ее защитить. Черт, сзади кто-то звезданул, а? На. Прям в бубен. Давай, иди сюда. Ну что, осталось 5 штучек. Сейчас мы завалим их и будем сразу дальше с вами проходить. Сюжеточку пойдем проходить. Так, все, впечатляюще. Ничего сложного, в принципе, здесь нету. Ну давай, успех. Я знаю, что у нас успех. Но не томи. Так, я сколько получаю? О, 3 звезды. Нормулька. Мне нужно постараться заработать как можно больше денег. Так, бродячие зомби здесь убиты. А эти еще прут. Ну, давайте отправлять сюда, на этот городок. У нас только ходоки с вами. Другого больше нету. Тогда их и отправим. Поздравляем, теперь доступны спецзадания. Ну-ка. Спецзадание. Что это у нас вообще такое? Поздравляем, вы разблокировали рейтинговые бои. Так, побеждайте и попадайте в лиги попрестижней. Взять меня туда, конечно же. И вот он. Ранг. И дуэли есть. Ну, дуэли я не хочу, а давайте, наверное, мы с вами посмотрим ранги. Тут ежедневный бонус еще какой-то нам дается. Так, ладно, в принципе, меня устраивает мой арсенал. Регион Америка. Ну что, будет кто-нибудь или нет? Блин, да какая... Я вот этого не понимаю, ребят.
Какая ошибка соединения может быть? Здесь жесть. Ладно, смотрите, там у меня зомбари уже атакуют. Здесь тоже атакуют. 11 часов, почти 12 будут бомбить. Ладно, здесь у нас все предельно ясно. Что у нас тут? Добро пожаловать в мир Анкилит. Нью-Йорк готов к спасению от восстания зомби. Это все понятно. Это обалденные просто новости, которые я уже давным-давно читал. Зачем они мне опять дают? Ну что же, в сюжетку пойдем. Так, подождите-ка секунду. Нужно нам заработать одно очко и улучшить. Только вот что мы будем с вами улучшать? Вопрос интересный. Ага, давайте, ребята, наверное, выгодный контракт до трех прокачаем. Деньги, главное, деньги. Ну, а теперь пошли в сюжетку. У нас 29-я миссия. Так, отлично, меня все устраивает, что у нас. Блин, смотрите, детонатор, защитник, маршал, потрошитель. Найди источник сигнала. Угу. Ладно, пойдем искать источник сигнала. Сейчас только вот эти вот жмуриков завалю. Мне вот этот зомби добивает, который с палкой. У него еще такая рожа угрюмая. Че там? Ремингтон мы нашли с вами, черчеж. Иди отсюда, чепушила. О-о-о-о-о-о, ребята, сбоку, где-то там. Срочно по сматкам. 50 метров нам, ребята, еще до цели. Сейчас вот этих вот пришибем. Ну, тут бочка, если что, можно по ней шмальнуть. А, их тут немножко. Разобрались. Чисто? Чисто. О, блин. Идут. Откуда они лезут-то все время? Так, мне интересно, мне куда надо идти? Вот сюда? Да, по-моему, они отсюда прут. Получая какие-то помехи, что-то глушит сигнал. Что-то глушит сигнал. Наверное, какой-нибудь... Что такое? Опачки! А это-то еще кто у нас такой? Что за дядя? Зомбарь! Ядрена ты ложь! Господи, это же генератор помех! Что же, хоть что-то новенькое! Ну, клон! Ха. Ты хотя бы выстрелил первым, а теперь взламывай дверь. Слушайте, ребят, я, честно говоря, думал, что это будет противник посильнее. Это лошпен какой-то. Ладно, продолжай отслеживать сигнал. Найдешь его, получишь печеньку. Печеньку. Ты, наверное, хотел сказать плюшку. Оу, щет. Бегут. Что-то они тут какие-то больно шустрые, как я погляжу. Раньше они более медленнее были. В рожу прям лаптем получила. Куда вот ты идешь, а? Ну вот что ты добиваешься? Так, мне нужно, ребят, вон до той отметки добежать. Так, вот она отметочка. Да иди отсюда. Превосходно. Все, что ли? Да, ребят, миссия пройдена. Ну, нуклон на самом деле оказался лошпеном, как вы видели. Может быть, дальше будет пожестче. Сколько звезд? Блин, две. Мне нужны деньги. И срочно, и много. Так, получаем с вами ракеты, я так понимаю, да? Обойму ракет редкие. Переходим сразу на 30-ю миссию, и тут можно почитать что-то. Радиоактивный. Раньше я парился из-за пуль, растяжек и джихадистов. Сейчас же это радиоактивные зомби. Кто бы мог предсказать, что один из лучших ученых страны превратится в злодея, желающего прикончить меня? Наверное, я просто везунчик. $700. Оп, в копилочку. Это все, конечно, хорошо, ребят, но нам нужно проходить дальше сюжетную линию. У нас здесь будет, кстати, 9 глав. Прион должен быть где-то ниже, его лаборатория в подвале. Стремновато. Стремновато? Значит, мне придется идти в подвал. Кажется, док плотно запаял дверь. Это просто конец света. Слушайте, что это? Ох ты, пруд. Пруд пруди этих зомбарей. На, жирный. Ха, блин, я обожаю эту пушку, ребята. Просто... Эй-эй-эй-эй. Из люков полезли. Так, смотрите-ка, ребят, по-моему, сзади еще есть. Я видел отметину. Так, Сайгу нашли. Ой, ё-моё, нифига ты, блин. Припух, что ли? Нежданчик был какой-то.
На тебе прям в пузо. Ну что, устанавливаем, наверное. Поджигай эту петарду и делай ноги быстро. Хорошо. Так, ну это вроде бы далеко не петарда. Так, ё-моё. Бомбардир. Гадёныш. Всё-таки... Что это такое? А, это зомби, блин, мне что-то показалось, кто-то прёт. Всё-таки не зря, ребята, мы с вами изучали усиленный урон по вот этим вот супер-зомби. Как видите, они сейчас для нас просто лошпены. Так, давайте восстановляем. Выходи из зоны поражения взрыва, быстрее! Так, понял. Сейчас, видимо, будет взрыв. И мы с вами уже пойдем в подвал. Но, бум. Что-то хотят мне показать, что ли? А нет. Все, ребят, успех, миссию мы эту прошли. Но в подвал нам еще все равно придется спуститься по ходу дела. И там будет какой-то прион. Я не знаю, кто он вообще такой и зачем он нам нужен. Опять, ребят, на 3 звезды не сделал. Убить 35 зомби, да я вроде бы там всех перешмалял. Что за карточка? Ага, 25 золотых. Хорошо, спасибо. 31-я миссия. Вперед, как говорится, из песни. Не будем долго тут ждать. Я хочу быстрее зайти в подвал, навалять зомбарям и найти этого приора. Или приона, кто он там, хрен его знает. Есть первый вентиль, поспеши. Вентиль. Отлично. Ага. Ладно, будем прикрывать тогда сами себя, пока у нас якобы открывается вентиль. Ну, давай иди сюда. Да что ж так долго-то? Я вот одного не могу понять, да, ребята? Зомбари, значит, через преграды могут перелазить. Почему не могу делать этого я? Так, второй клапан левее от тебя. Где-то в другой части комнаты. Блин, опять что ли босс какой-то идет, а? Таким значком обозначаются именно они. Где он, гад, а? Я не понял, я слышу. Так, ага, ну понятно. Опять же этот в комбинезоне. Бум. Ну-ка, давайте попробуем. Да ё-моё. Камера, хорош, блин, баловать. Ну, клон. Фу. Сынок. Легче легкого. Так, у нас, ребята, уже 7 карточек бегуна. А нужно 30. Блин, дофига еще, конечно, надо. Почему-то вообще ДНК здесь очень редко выпадает на зомбарей. Но зато на оружие очень даже хорошо. Так, хоп-хоп. Тихо, подожди, что-то... Ага, все чисто. Я же думал, там кто-то сбоку идет. Но показалось, видимо. Ну что, я в голову выполнил. Отлично, дыши, прямо как учат в журналах по йоге. Но не стоит тратить время впустую, давай вниз. Понятно. Надо вниз, а куда вниз-то? 12 метров до того, чтобы я там оказался. Эй! Тихо. Вот здесь будем отбиваться. А, видимо, миссия пройдена, да, ребята? Успех, как всегда. Я даже в этом не сомневался. Не забудьте аптечку, это повысит шансы на выживание. И достижение солдат я получил. Так, опять же, блин, 2 звезды. Да что ж такое, что не прет-то мне? Давай карточку. Ох ты, 10-й ранг. Слушайте, довольно быстро у нас пошла прокачка, вам тут не кажется? Карточка нам достается. Опять золото. Блин, дали бы что-нибудь путевое, чего вы мне золотом этим пичкаете? 32-я миссия. Достижение выполнено там. Так. Убить 15 зомби, используя холодное оружие. Хм. А холодное оружие, я так понимаю, это у нас ножи, томагавки. Так, томагавк. Потому что он помощнее, ребят. Поищи приона где-нибудь в задней комнате. Надеюсь, он отдохнул и готов выдвигаться. Уверена, он выйдет, как только ты зачистишь зону. Хе-хе. Вот сосунок ныкается, значит, да? Хорошо, будем спасать приона. Смотрит он там мультики или нет? Поторопись, Рэй. Какие он там может быть мультики смотреть? Ну что, ребята, испытаем наши томагавки. А? Давайте попробуем. Ох ты. Блин, ну правда, надо подходить вплотную. Сколько мне нужно убить? 15, да? 5 уже нету. Так, это кто такой? Я открою дверь, когда зачистишь коридор. Я небольшой фанат этих существ. А ты говнюк.
Ладно, ребята, нам деваться-то все равно некуда. Фу, смотри, а. Какие, блин, умные зомби. Вы посмотрите. О-о-о, тихо-тихо, ребята. По-моему, блин, я в ловушке. Нет, должен разобраться. Иди отсюда. Чего ты тут в обнимашке играешь, блин? Сколько я уничтожил? Так, еще одного. Нормуль. Ребят, по-моему, пора, наверное, переключаться нам с вами на мой пистолетик. Вы, меня кто не слышит? Я не выйду, пока кино не закончит. То есть, пока ходоки там. Вот говнюк, он там фильмы смотрит, понимаешь ли, а? А я тут должен с этими зомбарями тут разбираться. 35 секунд, ребятушки, надо продержаться. Согласитесь, для нас это не проблема. Еще и не в таких передрягах были. Хе-хе-хе. Вся прелесть здесь в том, что, ребята, они падают у нас с одного выстрела. Если бы нам приходилось бы стрелять в них, как в игре Last Day Alive, то здесь бы нам было бы туго, поверьте мне. А так, прямая наводка, выстрел в рожу. И все, и они готовы. Ну что, 4 секундочки осталось. Ну, давайте, давайте, все. Впечатляюще. Давай, открывай свой лифт. Ну что, ребята, я задания все выполнил. Должны дать мне 3 звезды, минимум. Ну и еще я рассчитываю на хороший гонорар. Так, что тут? Давайте посмотрим. Да, 3 звезды. Отлично. 770 бакинских. Почти штука. Ладно, неплохо. Плюс, смотрите-ка, мы еще с вами баксы получим сейчас. Еще 700. Гуд. 33-я миссия и... Так, это что у нас такое? ПП-2000 Tactical. Конечно, возьмем. Может быть улучшен. Ну что ж, давайте опять заработаем себе одно очко на улучшение. Ну и я думаю, что прокачаем также себе сбор. Золотишко, да? Денежная награда за миссию, которая у нас увеличивается. Вот, а здесь что такое? Автоматически собирает все вокруг игрока после окончания миссии, понятно. А тут почитаем. Врача, врача! Малоизвестный факт. По территории США разбросаны сотни тайных подземных лабораторий и прочих учреждений. Да и на Гавайях их тоже немало. Ха-ха. Но нам-то какая разница? У нас 33-я миссия, почему он с ящиком там? Непонятно. Так, там агавки, я не знаю, ребята, нам нужно поменять вот эту вот пушку. Я возьму у нее 480 мощей. И там агавки поменять на что? Блин, ну давайте на пулемет. Снайперку, я думаю, не актуально брать в таких миссиях. Они взяли и переделали мой прототип, ублюдки. Доктор Прион. Они используют его на зомби. Он создавался не для этого. Док, сколько вы пробыли в этой комнате? Мы все превращаем в оружие. Просто берите мой КПК и сваливаем отсюда. КПК, понятно, блин, ё-моё. Теперь надо, опять же, нам вглубь. Пойду поищу снаряжение. Не отказался бы сейчас от ультрафиолета. А зачем он нам сейчас, если честно? Ультрафиолет-то, по большому счету. Блин, почему здесь зомби только с палками, а? Брали бы какие-нибудь вилы, косы. Ах, тут у нас собрать ресурсы надо. Вот оно что. 28 каких-то тут бутылок. Хорошо. О-о-о-о. Так, ребят, я что-то не понял. Они что, со всех этих сторон ползут, что ли? Бутылки, банки. Мы продовольствие, что ли, собираем, получается? А где КПК? Я думал, мы за КПК отправимся. Ну, не шиша. Ладно, нам так проще. Тем более, они здесь валяются везде. 10, 8. Так, ползут гады. Чую ихнюю зловонь. Так, погоди, куда ты бежишь там, родная? Так, 6 осталось. 5. Так, вон я вижу, там в уголке лежит, наверное, штуки 3, да? Да. И 2 последние. На-ка, гад. Да что вы прете? Ох ты, ё-моё. Вылез-то откуда? Все, превосходно. Конец миссии. И, как всегда, успех. Слушайте, а я все задания выполнил? Что-то я не успел посмотреть. Блин, хочу себе новый скин, ребят. Но платить не буду.
А по-другому, по-моему, не заработать. Нет, только 2 звезды нам дали. Жаль. Но зато мы получаем с вами опять золото, что ли, ё-моё. Ну да, 25 золотых. Миссия с пулеметом. Ну-ка, дайте-ка. Ох ты, смотрите-ка, мы с вами достижение заработали. Да ядрёно вошь, 300 золотых. Да что вы мне все... Мне баксы нужны. Золото постольку поскольку. Вся суть в банкнотах. За них мы с вами только можем улучшать все. Да, миссий нам еще, конечно, впереди предстоит очень много пройти. Я бы даже сказал, слишком много. Так, давайте-ка мы с вами посмотрим оружие. Дробовик. Создать. Давайте создадим. 1800 долларов. И за золото завершим. Прибыло новое оружие. Ремингтон 870. Блин, прям как у Эша. Ну что же. В принципе, наверное, и все, да? Ничего больше мы не можем с вами создать. Можем улучшить. А стоит ли тратить на него деньги? Я думаю, что нет, ребята. Не стоит. Так. Блин, хорошая, конечно, штука, но маломощное все это оружие. У меня вот... Смотрите, как прикольно выглядит довольно. Смотрите, сколько у меня? 480. Причем это обычное оружие. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этой ноте я буду завершать свой видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.